Сувениры, куклы, елочные украшения и предметы интерьера. Все это сделано вручную людьми с инвалидностью. Свои работы на ярмарке представили не только городские центры соцобслуживания, но и гости из Каменки, Кировска и Осиповичей. Здесь каждый может найти занятие по душе. Инклюзивная ярмарка талантов. Мы ее создали для того, чтобы люди с инвалидностью на большой сцене совместно с другими людьми, заслуженными коллективами, выступили, почувствовали свою значимость, что они такие же, как все. Посетители Осиповичского районного центра соцобслуживания на Бобруйской ярмарке – частые гости. С каждым годом все больше и больше удивляют гостей фестиваля своими изделиями. Мягкие игрушки, ключницы, прихватки, подушки и кожаные чехлы. Центр поддерживает любые творческие начинания. Особенные люди не только создают хендмейд, но и с удовольствием поют и осваивают актерское мастерство. Очень важно показать себя и посмотреть на других, потому что мы все можем, мы вместе, и мы не должны сидеть где-то в других стенах. Мы должны объединяться, чтобы вместе показать, что мы что-то сможем. Сергей Павлович уже четвертый год радует бобруйчан и гостей города музыкальными номерами. Его творческий путь начался еще в детстве. Папа когда-то купил маленькому Сереже игрушечное пианино. Сейчас уже взрослый мужчина уверенно играет на гитаре, синтезаторе, барабанах и к тому же отлично поет. Я научился понимать, как трудно бывает ему. Выйти за социальные рамки и показать свою значимость – это то, что так важно человеку с ограниченными возможностями. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск 360.